Всем привет! Это снова я. Мы на все на том же месте. Сегодня делаем банановые блинчики. Значит, что это такое? Пропорция 1-1-1. Значит, один банан, одно яйцо, одна ложка муки. Все это смешивается и щепоточка соли. И на разогретую сковородочку кидается. И минуты за 3-4 у вас прелестные банановые блинчики. Так, поскольку у нас сегодня больше человек, значит, у нас выходы больше. Но пропорция идет 1-1-1. Одна столовая ложка муки, один банан и одно яйцо. А дальше уже по количеству человек. Берем банан. Как это происходит? Так его открываем. Это пропорция на одного человека. Кидаем сюда спирку. Одно яйцо. Одно яйцо и одна ложка муки. Вот это идеальная пропорция. Выход с этой пропорции будет где-то 4-5 блинчиков. Ну и, конечно же, щепотка соли. Ну, продолжаем. Вот то, что у меня здесь, это яйца, мука и банан. И вот так вот это все раздавливаем. Отлично. Пробуем так. Значит, давим. И это больше давим. Спустя 3 часа. Вот такой вот консистенция теста. Невероятно, но факт. Никакого молока, ничего. Только мука, яйца и бананы. Вот. Идеальное тесто. Конечно, можно было бы, чтобы оно было еще без комочков, но это уже у кого насколько силенок и времени хватает. Тут пропорция примерно для 3 человек. Итак, наше тесто готово. Вот оно. Вот такое вот тесто прелестное получилось. Сейчас, собственно, начинаем процесс жарки. На сковородку наливаем немножечко растительного масла аккуратненько. Дальше вот так вот его хоп-хоп-хоп раз растекаем. И дальше выкладываем вот так вот аккуратненько. Раз. Два. Самое главное, в этих блинчиках даже нет сахара. То есть 3 компонента, один к одному, и дальше уже считаете количество. Это на выход. На выход. Да. Ну, посмотрим, как будет оно себе. Спустя 10 минут вот такая вот красота. Блинчики из банана. Короче, радуйтесь, пробуйте, рискуйте. Вкусно, быстро, удобно. Вот и все. Пока-пока. Да, лайк, шер и так далее. Всем спасибо, до новых встреч.